Приветствую, друзья, с вами Артур. Привезли из Германии CD-плеер Philips, 45 секунд антишок. Сверху у нас такая поверхность, прикольная. Экранчик, плей-пауза, она же кнопка включения. Кнопка стоп, если удерживать, кнопка выключения. Приключение треков, супербас, программ, мод, громкость, разъем для наушников, либо линейный выход. Кнопка открывания крышки, 4,5 вольта, разъем для внешнего источника питания, off, resume, hold, и такой вот шильдик с характеристиками. Работает плеер от двух пальчиковых батареек, батарейки и диск в комплект не входят, я их устанавливаю сугубо для проверки плееров. Две пальчиковые батарейки, диск у нас болваночка, записанная, будем слушать на колонке. Показываю даже уровень заряда батареек. Загрузилась. Так, у нас громкость где? Писанный диск читает вообще на ура. Реально крутой. Нормальный антишок работает. Лайк за видеообзор. С вами был Артур, пока.